Бэтмен с неба не упадет, чтобы спасти Россию. Поверьте, такого не будет. И Человек-паук не прилетит. Не надо питать иллюзий. Чтобы что-то изменить глобально, нужны жертвы. Причем конкретные человеческие жертвы. Я даже не говорю о потере карьеры, места под солнцем, а практически просто о потере жизни. И не надо питать себя иллюзиями, чтобы сломать такую систему, в которой огромное количество, ну не огромное, но достаточное количество людей имеет свой кусок и неплохой, и сговорились давным-давно. Перевернуть эту систему с ног на голову, просто так уговорами и посиделками в Жан-Жаке или еще какими-то там статьями в Фейсбуке не получится. Клали они с большим прибором на все эти, как сказать, стоны и так далее. Те, кто стоят наверху, и те, кто держит страну в руках, это очень жестокие, жесткие, волевые и очень-очень-очень сильные люди. И сломать их просто стонами и обидными разговорами никогда ни у кого не получалось и не получится. Я не призываю сейчас ни к революции, ни к баррикадам, но я хочу, чтобы все те, кто вот кричат, пищат и визжат, отдавали себе отчет, что это все клоунада. И уж если действительно, как сказать, хочется чего-то изменить, то надо совершенно другим образом действовать. А если хочется, как сказать, сохранить карьерный рост и, как сказать, и благоухание жизни, и отдыхи, и поездки в Европу, то и нехрена рыпаться.